Здравствуйте, уважаемые подписчики и пользователи программы MD Flasher. После последнего обновления до версии 41 стали задавать много вопросов, почему при закрытии программы MD Flasher выскакивает ошибка. Сейчас покажу, как с этим бороться. Открываем программу MD Flasher либо двойным щелчком, либо запуск от администратора. Чтобы открывать двойным щелчком, нужно нажать «Свойства», «Дополнительно» и поставить вот эту галочку «Запуск от имени администратора». Запускаем от имени администратора. Но вот эта учетка администраторская обладает неполными правами администратора, поэтому все и происходит так. Вот сейчас в этой учетке открыл я программу MD Flasher. Давайте закроем ее. Закрываем и видим. После закрытия программы вот такая вот ошибочка выскакивает у нас. Ничего страшного в этом нет. Программа продолжает полный функционал, то есть она работает без проблем. Чтобы этой ошибки избежать, нужно сделать полноценную администраторскую учетку. Сейчас я покажу, как это можно сделать. Чтобы эту проблему решить, нужно нажать «Поиск». В поиске ввести CMD. Выскочит вот такое вот сообщение, командная строка приложения. Нажимаем правой кнопочкой мышки, затем левой «Запуск от имени администратора». Нам выскакивает вот такое окно. Что нужно написать в этом окне? В этом окне нам нужно набрать «NET». Если Windows русская, корпорация Microsoft написана вот по-русски, значит набираем администратор по-русски. Администратор. Дальше обязательно пробел ставим. Вводим это в командную строку и нажимаем Enter. Вот здесь у нас появляется команда «Выполнена успешно». Все, учетка администраторская создана. Полная. Вот мы создали. И давайте также откроем сейчас MD Flasher. Вот программа у нас открылась. И давайте теперь попробуем ее закрыть. Вот мы ее закрыли, не выскакивает никакого сообщения. А дальше в настройках вы можете сами уже настроить пароль к этой учетной записи. Вот она, администратор. Параметры входа. Вот поставить здесь пароль на эту учетку. И спокойно пользоваться. И ошибка выскакивать не будет. Сегодня клонируем коробку GM от Chevrolet Cruze. Вот такая вот у нас плата. Нам нужно полностью перенести флеш EEPROM с этой коробки в новую, в другую. Вот она у нас здесь лежит. Использовать мы будем MD Flasher, его модуль T7. Подключаться будем на столе с помощью нашей коробочки. Включаем зажигание. Сейчас будем смотреть подсоединение к этому блоку. Чтобы посмотреть подсоединение к блоку, давайте откроем MD Flasher. Зайдем на форум. Выберем справка онлайн. Работа с ЭБУ. Нас интересует TSM. Вот наша коробочка. Смотрим, как подключаться. Подключаться вот по такой вот схеме. Значит, получается у нас 7-й кан хай, 8-й кан лоу, 12-й и 1-й питание и 2-й масса. Подсоединения все выполнены по схеме. Давайте включим, посмотрим нагрузочку, какую коробка берет у нас. Вот, пожалуйста. Скачок большой, где-то 1,3 ампера для начала блок делает. И потом успокаиваться на 0,4 ампера. Адаптер используем Scanmatic 2. Вообще лучше с модулем GM, с модулем MD Flasher по GM и по TCM GM, лучше использовать Scanmatic 2. С этим адаптером он работает идеально. Выбираем адаптер Scanmatic 2. Выбираем TCM. Включаем питание на блок. И делаем идентификацию. Вот идентификация выполнена. Теперь давайте введем блок в сервис мод. Нажимаем кнопку сервис мод. Вот идет полоса прогресса. Ждем. Вот как только сообщение появилось, ЭБУ готов к чтению, только тогда мы нажимаем читать. Давайте читать флеш.
слэш прочитано. Давайте сохраним ее на рабочий стол. Подпишем, что флеш у нас старая, old. Сохраняем. Теперь читаем EEPROM. EEPROM читает очень быстро. Тоже подписываем его old. И сохраняем на рабочий стол. И теперь выходим из режима Service Mode. Коробку мы прочитали полностью старую. Здесь он пишет Exit Boot Mode OK. То есть выход из Boot Mode осуществлен. Сворачиваем пока нашу программу. На рабочем столе мы создаем папочку. Подписываем ее также Old. И сюда вставляем то, что мы прочитали. И давайте в нашей папке посмотрим, что мы сосчитали. Вот наш флеш старая. Вот здесь все данные по флеш и EEPROM. Все здесь сосчитано. Давайте приступим к чтению новой коробки. Другую коробку мы тоже подсоединили. Правда, она тут в маске, в пакете мы не стали открывать. Но подсоединение сделали. Давайте проверим включение. Мы ее включили. Подсоединяли также вот по этой схеме из онлайн справки MD-флешера. Давайте сразу же создадим папочку на столе, напишем ей New. Сюда мы положим файлы, которые сейчас сосчитаем с коробки, с другой. Включаем зажигание и делаем идентификацию. Идентификация выполнена. Вина здесь нет. Сервис мод нажмем. У нас будет новый файл. Точнее сказать, файл от новой коробки флеш и EEPROM. Когда продавали, ему сказали, что эту коробку можно привязать SPS. SPS у них нет. Приходится нам делать клонирование. Если кому нужен будет новый файл флеш и EEPROM, обнуленный без вина, можете обращаться, скину. Не проблема. Только прописывать придется через SPS. ЭБУ готов к чтению записи. Давайте прочитаем флеш и EEPROM нового блока. Итак, флеш у нас прочитано. Давайте сохраним ее в папочке New. Вот она у нас новая. С нового блока. И прочитаем EEPROM с нового блока. Теперь нам в эту коробочку нужно влить старый EEPROM и старый флеш. Нажимаем записать, открываем папочку old, выбираем флеш, и записываем флеш. Сейчас идет стирание флеш. Стирание полностью идет, и бут-сектор тоже стирает. Если галочку убрать, то он бут-сектор не переписывает. Но надо быть уверенным, что бут-сектор именно такой же в этой коробке, как и в предыдущей, в нашей старой. Итак, флеш записано полностью, о чем свидетельствует надпись Write Flash OK. Теперь давайте запишем EEPROM. Выбираем EEPROM. Идет стирание. И сразу же запись. Write EEPROM OK. И давайте посмотрим, какие параметры у нас были на старой. Вот у нас показания VIN, пробег, калибровки. Теперь после записи выходим из Service Mode. И давайте попробуем теперь прочитать ID, что конкретно переписало в эту коробку. Читаем ID уже с новой коробки. Вот, пожалуйста, все переписало и VIN, и все калибровки, и пробег. Все, работа по клонированию коробки выполнена. Коробочку можно отдавать, ставить на машину и запускать. Всем крепкого здоровья, удачи
интересной работы и всего самого-самого наилучшего.